Участники инициативы «Евромайдан Варшава» призвали ЕС предоставить Украине необходимое оружие и выступили против участия России в международных организациях и мероприятиях. Существующая с 2013 года гражданская инициатива поддерживает Украину на пути к европейской интеграции. Цей територія України є цей час бомбардований. Множество офір, в тим офіри смертельні. Są to zazwyczaj osoby cywilne, a Europa niestety nadal śpi i my przychodzimy dzisiaj tutaj под институции Унии Европейской, чтобы там Европы трошечки обудить. После встречи в Берлине с премьер-министром Люксембурга канцлер Германии Олаф Шольц еще раз призвал страны Европейского Союза усилить поддержку Украины. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Помочь призывают Европу и весь мир украинские солдаты. Они готовы продолжать сражаться, но им не хватает боеприпасов и оружейного мастерства. Якщо ми не будемо захищати нашу державу, крім нас її ніхто не захистить. Сюди ніхто не прийде воювати. Це якщо ми хочемо жити в нашій державі, незалежній, демократичній. Танки играют решающую роль на поле боя, но без должного обучения украинским военным не обойтись.